Несколько кликов компьютерной мышкой, чтобы попасть в мировую статистику. С 1 по 31 октября Федеральная служба государственной статистики проводит пробную перепись населения с помощью портала Госуслуги. Этой возможностью могут воспользоваться все граждане, имеющие учетную запись. Пока электронная перепись проходит в тестовом режиме, важно проверить, насколько такой формат удобен. После 10 числа данные будут собираться в более привычном режиме поквартирного обхода. Пробная перепись населения предшествует всероссийской, которая пройдет по всей стране в 2020 году. Ее итоги станут частью общей мировой статистики. Эта информация будет использована для реализации различных социальных программ, распределения бюджетных средств господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог. Вопросы стандартные: возраст, образование, количество детей, национальная принадлежность, владение языками, место жительства и жилищные условия.